Везде хватает узколобых людей и крайних националистов. У нас такие есть, и на Украине такие есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. Да что вы говорите? Самый большой националист в России – это я. Если вы один, то это мало. У вас есть единомышленники, такие же националисты? Есть. Дмитрий Анатольевич Медведев не меньший, в хорошем смысле слова, русский националист, чем я.